Привет всем! Всем здрасте, это были Hot House Flowers, и посмотрите, кто у нас тут! Он был рожден в 1836 году. Его уволили из журнала Car. Его уволили из журнала Автокар. Его уволили из Scotland on Sunday. И он даже умудрился быть уволенным из дилерского центра Volvo. Спасибо. Вероятнее всего, за слишком медленное вождение. Дамы и господа, Джеймс Мэй. Спасибо, вы очень добры. А теперь, дамы и господа, хотя с задних рядов его наверняка не видно, но уверяю вас, он здесь. Его уволили с радио Йорка, его уволили с радио Лица и с радио Ланкашера. Это Ричард Хаммонд. Привет. Привет. Спасибо. Спасибо. И, наконец, дамы и господа, вот и он. Это, по своей сути, бритая обезьяна в рубашке. И формально он единственный из нас, кого никогда ниоткуда не увольняли. Это Джереми Кларксон. Спасибо огромное. А самая хорошая новость в том, что меня и сейчас вряд ли уволят. Потому что мы в интернете. Что означает, что я могу даже лошадь сношать. Нет, нет. Собаку? Нет, никаких сношений. Мы семейная передача. Да. Итак, мы все автомобильные журналисты. И последние 20 лет... Нас увольняли. Да. Но мы вложили в это шоу все, что мы знаем, все, что мы ценим. Все. И сейчас мы покажем вам небольшой ролик о том, что вас ждет в следующие 12 недель. Мы готовы, джентльмены? Если честно, я не знаю. Это ты глубину показываешь или размер его пениса? Вы выглядите потрясающе. Помогите! Это нехорошо. Джеймс говорит, что нам нужно заправиться. Ненавижу вас. Он нас не любит. Твою ж дивизию! Возможно, небольшая протечка. Вот кретин. Ты потопил мой лимузин. Я потерял один из своих носовых тампонов. Это не самый культурный поступок. Мне не нравится запах паленой резины по вечерам. А ну залезь обратно. Джеймс, она падает! Дрифт в льняном костюме. Как-то не очень благородно, да? Не очень.